Сейчас пейпоты можете пить. Вот он, добавим пол. На одной секунде. Взгляните на мир новыми глазами. Узрите необъятную вселенную, постижимую даже... Еще 13 секунд добавим. Не забывай про метки. Ты метки должен ставить на звезду, которую бьешь. Не бегай, просто стреляй. Вышли из кары. Сейчас взрыв будет. Вышли. Кара, 3 секунды, не убивай. Вышли. Сейчас взрыв будет. Готовимся. Заходим, заходим быстрее. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Я с ним успел. Вайпаемся. Зайдите в портал. Объясните, Хэм, то, что за портал. Потому что, мне кажется, он не видит его. Я видел в бассейне портала. Да, вот просто черная вижу. Штука. Не вижу просто. За, я думаю, знаешь, что за 10 секунд надо уже людям предупреждать, говорить, чтобы они подходили уже ближе. К той стороне, где портала. Потому что если на одной стороне портала, они на другой стоят, они не добегают, не успевают. Неактивный танк, ты должен закрыть одну дырку, чтобы люди не спутали. Одну дырку? Ну, чтобы оставалась всегда одна. Чтоб, короче, два созвездия летали, да? Ну, типа. Ну, главное смотреть, чтобы это... На одно, это... Бассейн, портал оставался. Один портал есть, все нормально. Появится больше. Закрывай дальние к людям. У кого все есть, давайте по местам. Давай. На 1 секунду пьем. Метку не забывай ставить на звезду, которую бьет. Well.
помогите первую звезду убить. Вышли из кара. Парашют используй. Там нам оружие. Понятно. Повакаемся. Че, ложимся, да? Да. Портал заходить. Короче, между призывом звезд минута есть. Звезд призывается 4. Они тратят по 1% в секунду своего хп. Чтобы нормально убивать этого босса, надо убивать звезду каждые 12-13 секунд. Если дольше, то будет просто много звезд. Взорвутся две звезды, и будет файл. Созвездие. Значит, я фаерей буду. Можно дотать. По-моему, у нас проблема не в этом сейчас. Как считаете? Ну, когда ты... До первого удара надо убить 4 звезды в идеале. Я то же самое конец. Сказал. Проблема не в том сейчас была, а в том, что от кары человек не отбегает. И из-за этого он просто падает. Сейчас все от кары не отбегают. Быстрее двигайтесь. Хант, бегаешь, встретит. Хант вообще какой-то слабенький, ему еще одеваться надо, учиться играть, не знаю. Ну, как видишь? Слабенький? 220-й. Ну, значит, надо локом играть ему, я не знаю. Локом сложнее. Да хуй знает. Он там лицом по клавиатуре 5000. А у него что? 3000. Ты его еще заставил звезду бить. Хант, ты должен звезду бить, как бы. Ну. Так было, да, всегда. Не тот, который. У него 100 тысяч волголона, кстати. Не тот, который первый раз здесь. Давайте. Подходим. Локу хорошо звезды бить. Вообще любому ордере хорошо. Лок топ ДПС. Ему волголона надо бить, а не звезды. А, и кстати. Ладно, давайте потраем. Для меня МАКД 17 дней. Там ты подальше от кары, отходи там. Нормально так отбеги от нее. Кае кидай. Был. Нет, у нас еще минуту набрали. Да ладно. От звезд немного отойдите, если они рядом с вами будут, когда у них лоу хп. Кара, отойди. Взрывает. Осторожно, Мели. Отошли. Мели, сразу закройте там портал. Закройте его. Я обнимаю пару часов здесь. Окей. Заходите в портал и убирайте. Вот сейчас вы от чего все сдохли? Потому что портал в Мели зоне сразу же появился, и по Мелике все в портал ушли. А, так звезду не видно, наверное, да?
Включите фреймы врагов. На этом боссе они обязательно. Вам нужно видеть, сколько здоровья у звезд, чтобы случайно не зайти в портал, как сейчас. Не нужно чиниться каждый раз, только если у вас там мало. Не тратьте время. А из тех, кто сейчас в рейде, кто завтра идет в 25-ку первый рейд? Ну, смотря какую 25-ку. Первый рейд, который? Я хожу. И все, остальные никто не ходит, да? Кто не ходит, вроде, не? Там немного плавающий сетап. Когда у нас сетапы плавали? Вспомни. Что? Я не помню, что у нас так плавали. Почти всегда один и те же. Ну, плюс-минус. Там, ну, пару да, человек идет, меняется да. Обычно. Да. Все. Каждый раз чиниться не нужно. Только если вот там мало прочности. Второй, третий зависит от того, кто онлайн. Пришел человек, берут, ну там по сетапу тоже берут, а не я бы кого. А то наберут, ну, например, 20 этих рыцарей смерти, ну и что это будет? 20 рыцарей смерти и их... Неплохо, неплохо. Второй, третий чисто попал, ну вот выходите, одевайтесь, как бы. Все клево. Здесь клево, ребят, идете. Вы мои. Заменяйте, кто уходит. Ну что там? На 2 секунды. Пьем. Все, смотрите, подруги на фреймы и бейте нас. Вообще забить остальное. Даже для величайшего. И танк забирайте звезды, пожалуйста, постоянно. А, не пока в центр поставьте. Все нормально. Слишком далеко они, стойте. Кара, вышли. Сейчас заработает. Кара, вышли. Ал, дай сокру. Сейчас будет взрыв. А, ты я не вижу, кого ты бьешь. Метки нет. Сейчас взрыв будет. Захильте. Закрывайте дырку дальнюю. Все отлично. Не заходите. Рано зашли. Зубы. Захильте. Блин. Лестница быстро. Мы повайпимся. Заходим.
Да, вот этот визуальный баг очень мешает. Это, конечно, уебищно. Какой? Ты не замечаешь? Какой баг? Может, это не баг просто? Нет. Когда заводишь живое созвездие в черную дыру, она должна исчезать вместе с созвездием. Но она доплывает немного и исчезает. А этого так не происходит. Дыра и созвездие еще секунд 5 летают. Дыра стоит на месте, созвездие летает, куда ему захочется, и только потом исчезает через 5 секунд. О, не было. Ну, только... Может, она не долетела просто? Наверное, не замечаете просто. Ант, вернись назад, ребят, встреть. Там с аспектом постоянно бегать будет. Блядь, как в телеграме номер посмотреть? Что? Посмотреть? Как в телеграме номер посмотреть? Чё-то не вдупляю, блядь. Свой? Нет, чё, контакт, чё другое. А, там же можно скрывать. Ну, если ты не видишь, значит, не видно. Там настолько, что можно изменить. Типа, чтобы видели все, только контакты, либо никто. Когда мы вайпаемся, если кому-то лень самому бежать, привязывайтесь за кем-то. Каску лапал. Не кушу. У нас осталось примерно 6 пулов. Касок нету. Покушай. Покушать. Та фаза только босс бьем. Там вот эти с другого пространства выходят призраки. Танки забирают их, заливают там. У них мало хп. Это вторая фаза, вообще манекен вроде, да? Да. Главное выжить. Там повестку кинь на Лука. Жена. Поставь, сила не хватает. Я не прохиливаю. Вышли. Скоро взрыв будет. Вышли. Скай будет помедленнее хант. Сокро, дай так вар. Понял. Да. Хильти. Осторожно, били портал. Скоро будет фазовая. Ждите. Заходите. Заходите. Все в портал. Заходим, двигаемся. Не успеваю. Не знаю, он не понимает, мне кажется, что здесь происходит. Вайпаемся. Не тяните, зайдите в портал, мэйти. Камеру сверху поставьте, чтобы сверху не смотреть, если вы не видите чего-то. Отдалите ее. Близко здесь не нужно. Да кто не понимает? Хан? Хан, видишь, добавим, у тебя есть суровый удар.
Хан. Видишь, когда бей на сурового удара есть? Вот. Когда ты развиваешь сферу, под ней появляется, точнее, на ее месте появляется портал. Такая черная дыра. Во время каста сурового удара, чуть больше, чем половина, тебе нужно зайти. Вот, а он не видит каста. Каст? У него вот... Ну, босс. Типа, он же бьет звезды. Босс кастует. Босс кастует, говорит. Космос покарает вас. Отпускаю. Просто вот тебе, вот видишь, ДБМ, короче, тебе говорят, подходишь, короче, к этой хуйне, дальше бьешь звезды пока свои. Говорит тебе человек, ты где заходишь и отходишь от этой звезды в другую сторону. Просто бегаешь. И дальше тебя выкидывают, дальше бегаешь. Это как притвориться мертвым от коста, блядь, если только вдруг надо бить. Если там у тебя сложно добежать, отрыв юзай. Нет, там не можно, можно спать кидать. И, кстати, и так далее продолжает вот эта вся фигня. Да, и это все по кругу. И все? Все. Да. Пиздец. Ну сейчас просто же все. Это предельно просто босс. Хилам, блядь, все хуевать, я уже охуел. Да, там просто хант не смотрит. Там нужно либо кару ждать, либо быстрее. Кару, блядь, убивать. Просто убить босса, пожалуйста, не умрите. А, пауэр, нормально все. Бафайтесь. И пошлите. Поезд баф. Крафт там просто лаба появится. Лапку. А, танкулики. Прочек. Ребят, нагрите сферу, пожалуйста, там. Спасибо. Они меня очень были убиты. Кира, 30 секунд. Ох, хорошо. Ну, танк, если не сложно носит, когда блядь, не дает. Тебе не нужно бегать, ха. Только за звездами. Когда был. 10 секунд. Кара. Был. Будет. Кара. Кто не разбивай. Потихо двигайтесь к той дырке. Бля, нужно еще одну отбить и двигаться туда. Кара. Понятно. Я сейчас сделаю все так же, как сказали. Заходим, умираем. Шаман на каре умер, да? С хантом вместе кто умер? Шаман. А, ну. Хантер на вату беру зашел. Так он сказал, космос покарает. Все, я заходить начал. Нет, ох, я не говорил. Смотри, а ты вот... Не, босс забей хуй написал. Ты слышишь, да, вот что он сказал, космос покарает? Ты подходишь к этой. Ты пока в нее не заходишь. Там надо за 4 секунды до конца заходить, иначе ты там сдохнешь. Ты сейчас зашел, тебе ёб, короче, это кара ебаная. Я даже тебя хинуть не успел, ты сдох просто. Да, слово, да, не было еще. Вы зашли слишком рано. Шаман сдох от кары. Те, кто бьет босса, вы же видите, когда он начинает кастить слово, да. Когда мы подходим, нужно подходить. Но не заходить.
не заходить. Увлекитесь, пожалуйста, в первую сферу сразу. Я сразу дашь отдам. Так вот, выходи, начинается. 2 минуты БЛ. Каску лапу. Вот. Каски у некоторых закончились. Выпить. Каски закончились. Фласки. На фласки. У кого им вот есть? Дживс. Надо только дышать. Поставьте кату, Дживс. Если в смысле? Есть. Там же леди есть у того пацана. Ладно, я бафну. Подходите быстрее. Чё тормозим? Время, блядь, идет. Взгляните на мир моими глазами. Минута ДБЛ. Взгляните необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших. Звезду ставь, Марку. Убиваем. Вышли из камеры. Сейчас взрыв. Тебе нужно забиндить Марку. А не стоять, тыкать на нее. Сейчас забудет. Маздев, дай прям чего. Не заводи туда, не заводи. Кара. Лока не могу. Осторожно, мили. Танк уйди, танк уйди. Блин. 5 секунд. Заходим. Бегаем, 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 бегаем. Все, все выжили. Около нихуя. Кара, вышли. Маздав, сейчас, блядь, прям... Портал закройте, мили. Да выкидывай, блядь, уже, сука. Знаешь, второй раз зашел, если не выкинул. У нас еще БР уже здесь, нет? Не нужно. У нас умер человек. Встретите любую звезду. Если ты так долго там был, значит, ты остался на одном месте, когда вышел. Нет, я убежал в сторону, и на портал наступил. Заходите, убирайте. Заходите, убирайте. Тебе надо бежать туда, где нет второго портала, вот здесь. Хант. Открой настройки, назначение клавиш. Вниз гортаешь. Почти внизу будет раздел метки для рейда. Любую выбей, поставь бинт. Удобно тебе. А, Доль, сейчас купишь эйги у моба. Починись, у кого мало прочности. Бля, за хила тут? Ебаный играть. Не хочу хилить.
Дискорд не скинул. Тебе там, где это находится. Это сверху появляется, а не над мобом же. Метка цели. Там написано. Стрелок. Да. Вот, вот. Даже я себе поставил. Сумон поставить. Нет, не нужно ставить сумон. Ну ты хорошо хилишь. А я говорю, благодарна, работа. Ну это не ваша проблема. Вы хорошо свои с работой справляете. Бафайте, не подходим. Стамина не хватает. Это я проверил еще. Давайте быстрее. 20 минут осталось. Потом пойдем спать. Или отдыхать. То как? На второго фаза погнали. Давид. Я вниз упал, провалился. Как? Блять, не знаю, с вами стоял, провалился вниз. Да, что за прикол? Давай без него побьем, блять. А кто бить? Ну, ты побей. На мостике. Я так и знал, что не пишешь, я как раз таки не был на мостике. Не стоял, да? Побей звезды. Может, переведем, блять. Убейте звезду. Кара вышла. Уес. Осторожно, Меля. Уйдите, метки. Уйдите от нее. Молодец, друид. Кара вышла. Убирайте, все. Двое мертвых. Хант какой-то неудачливый. Портал. Зайдите. Он сразу всех ауе убьет. Ваше время. Я делаю то, что должен. Вот так вот. Дождись всех, Хант. Тех, кто отстает под аспектом, чтобы быстрее добежали. Еще бывает прикол, то что когда прыгаешь во время, может, это, ну, начало боя, может, проваливается еще. Ну так вы... Не багайте, пожалуйста. Время как бы не резиновое. Заодно КД. Что раньше. На Вармейне так был такой баг, то что если подпрыгнешь во время этой херни, короче, провалился под землю, ну, текстуру. На старте.
чтобы не благоюзить, наверное. Смотри, когда бой начинается, мостик пропадает. Все выглядит трагично. Фоне. Привязался бы к кому-нибудь. Рыба стоит. Кто поел, подойдите. Друид завис, походу. На месте бежит. Самое время. Бля, я тоже так сделаю сейчас. Нам не говорил, что вы найти надо. Вот. Провод вроде. Я вам не говорил. Сейчас скажу. Все, last pull, я off. Сейчас 0-1. Но он же с нами был. Ну, видимо, он чуть подержался. Ну, может, он молодой еще. Где это ты увидел, что он записал? Давай, блин, опять искать. Сейчас 0-1, я же сказал. Уже шкаф можно пойти поставить. В чате вроде не вижу, в тиси тоже не вижу ничего. А вот я сейчас напишу. Откуда ты это скопировал? Да откуда я могу это скопировать? Из чата? Откуда? 0-1. Либо бабка провод вытащила. Я бы в мое время так делал, было прикольно. Да, баба, за что? Я как пошел нахуй. Да, пускай шкаф уже тогда лог поставить, чтобы уже сразу суманить кого-то, чтобы не тратиться. Я не знаю, кого суманим. Никого нет. Кого-то найдем. Давайте так пробуем. Хотя бы потаем. Ну его в DC нету голосового. Хуёво. Всё, погнали. Да ладно, ушел и ушел. Взгляните на мир моими. Он же не провалился. Умер и умер, да? Ближе в центр. Звезда. А где? Это первая звезда. Сейчас кара будет. Отошли. Или зоне. Ушли от миля. Сейчас второй зай будет. Где? Шлетка. Танк. Мурена. Я не видел. Захильте. Я не видел. У меня сфера сейчас просто уебу. Далеко разбиваешь хант. В дырки идите. Идите. Заходим. Ч
Ой, а бабл вышел с баблом? Да. Захиливайте в портале. Не вышел бабл. Понял, умирайте. Не успели добежать или что? Там убивал. По углам убивать не вариант. Пина парни. У нас два пола. Вы сейчас поймете, что делать. Те, кто не понимает. Кажется, только я один не понимал. Блять. Пьешь сферу. Хилишь. Да. Заходишь. Да. Не скажите, а хан так и должен, я не знаю, столько ДПС давать? Типа, я видел 220-й хан, там что, 1005 дает. Он с трапа играет. У меня бил сейчас без трапа, и там я видел, кидает с трапа и нормальный ДПС, да. Что, у нас сурф? У нас сурф хан, что ли? Не сурф, есть там билд, где ММ с трапой. Прикольно. У нас и монстрапли. Угу. До сферах. Бафайте. Когда появились. Схваливать на сферу, пожалуйста. Что сделать? Поставь себя на сферу. Меня? Да. Так у нас так меньше дамага стало. Ух, на дамаг. Ты и доты в три сферки. Ну, у нас хан со сфер. У него билд вообще не подходящий. Я это... Бомбу на не вешаю. Ну, давайте. У нас хан в боссах вроде бы хан стоит. Вау, баф. Манаик. Просто у нас сейчас нет вопросов про ДПС, просто... Тут что-нибудь, чтобы мы до второго фазы вышли. Ну все. Так тут сдыхают, потому что они не зашли в дырку. Заранее не беспокоится никто об этом. Я вообще не беспокоился. Я думал, у меня ботинки не 20 дней, когда это показалось, что 20. Я такой, ну ладно. Через 20 секунд БЛ. КТЛВ нажмите, чтобы видеть мобов. ХП. Появились мобы. В звезду сыграя. Только не беги, пожалуйста. Кара, отбегаем. Где мет? Кара, убегаем. Свети быстро. Он будет готов, деф на закончить. Осторожно, с облаками. Блять, все три дырки в миле. Миле, отойдите. Красиво. И сколько я раз говорил, включите повозки врагов, пожалуйста. Камеру сверху вниз. И все. У вас будет хорошо. Рано в портал зашли. Босс говна. Я спрятался. Рынок, не стой на месте, что ты встал, блядь? Умирайте, зайдите в портал. Чтобы умереть быстрее. Он разом всех убьет. Ваше время. Да не убил портал. А он не в портале убивает.
когда никого нет, он и начинает уничтожение взять всего. Последний пол. Мне понравилось, как Хван стал. Так он ждет, ждет. Смотрит на сферы, 5 кхп. Стал. Хорошо, что корова не умирает. Что? Хорошо, что корова не умирает. Но нашел, блядь, какой-то сейф-пот, чтобы не умирать на этом. Кто корова? Ты у него ревность. Мурён, говорят, блядь. Он всегда живой, он стоит, короче, все что. Его босс должен добить. Он не убивает. Ну он засчитывает после коста, сразу и выйдется. После коста он выйдется сразу. Бан тебе. А тут под ревностным стоит. Что ты говорил, как выжить? А нет, когда все дохнут, у нас паладин остается жизнь. И уходит от босса просто на ногах. Естественно, хата. Пьяно. Пропадает. Ну хотя, да. Бейте стрелки. Взгляните на мир. Вэлла минут. Зрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Просто надо под Вэллу взять, если что. Взрывы. Я в шоке. Так, да. Все одну дырку закрою. Или нет? Все, сейчас сфера запиздится. Маздев. Кара вышли. Сейчас суровый будет скоро. Секунду. Заходим. Быстрее. Двигаемся от. Выжили. Чуд. Кара вышли. Захиливаем. А живые созвездия это элементали, а не? Не знаю. Это живые созвездия. Это не то, не то. Кара вышли.
такие. Забирай. Хант, установи себе ДБМ, это во-первых. Умирайте. Сейчас уже бессмысленно. Установи ДБМ, поставь его так, чтобы ты видел, когда мало времени осталось. Там увеличивается все. Уведомления. Вот эти уведомления ближе к центру экрана поставь. Чтобы увидеть, когда что начнется. Вот, например, да, кара небесная. 3 секунды остается, и ты в то же время убиваешь звезду. И получается, мы вместо одного ее получаем 2 АУЕ. И умираем. Проблема нет. Ох, на это видео. Тебе либо... Тебе нужно равняться на это КД. До того, сколько до кара осталось. И либо раньше убивать, либо позже. Все, мы не успеем. Сбивать. Там, по-моему, разве не считается время пула? Нет. Если спулить, не? Пропадает просто. Он убьет просто и все. Ну, 600 тысяч и несет дамага.